Приветствуем, если кто-то это смотрит. И как видите, если вы видели предыдущую серию и вообще в принципе решили смотреть по какой-то причине, мы все еще на Авроре. В принципе, не знаю, что здесь еще искать. Я так понимаю, надо выбираться наружу. Ну и из планов на текущий момент это выбраться, скорее всего, создать еще одну камеру сканирования, чтобы, если что, собрать. Вот странно, по идее, релиз игры уже произошел. Мне до сих пор пишут про F8. Ну да ладно, в любом случае, я также не понимаю, что у меня с текстурами. К следующему разу постараюсь переустановить. И тогда, быть может, что-то получится. А пока что даже здесь ничего нету. Ну что ж. Выбираемся с Авроры. Строим комнату сканирования. Ищем то, что она нам найдет, если она тут найдет. Это было резко. И уже ориентируемся по ситуации. Побежали. Дорогу, правда, я не совсем хорошо помню. Так, это, скорее всего, дверь, которую надо будет резать. Правильно. У меня нет нужных инструментов. В этот раз... Так, стоп. Да ладно. То есть выход здесь где-то там? Так, тут явно ничего нету. Только... Так, это в реакторную обратно. Надеюсь, я не сделал глупость, и здесь нет такой ситуации, что без резака никогда не выберешься. Так, фонарик отключись. Я, конечно, теперь знаю, как перезарядить фонарик. Но все же немножко неохота. Так. Здесь выхода нет, здесь выхода нет. Не, серьезно. Я как-то не планировал всю серию посвятить тому, чтобы выбраться с Аврора. Хотелось, как бы, кстати, более глобальных действий. Ну, ладно, более продуктивных, пусть и локальных. Эй, выбирайся. Тут тоже не выйти. Там прохода я не вижу. И таким образом я остаюсь в недоумении. Ой-ой. И что самое обидное, по какой-то причине, если я пытаюсь, о, внушитель, сделать так, чтобы слышать свой голос, этот голос начинает эхом слышаться на записи, поэтому я никогда не могу точно понять, как именно я должен звучать, пока не прослушаю запись. По этой причине от записи к записи у меня голос скачет просто дико. Нет, это еще объясняется тем, что через день запись идет, и я просто уже теряю, как бы сказать, тот темп, который набирал, интонации невольно меняются, особенно когда ты уже сидишь с застуженным горлом, с заложенным носом и благодаря прочим радостям. Непредвиденности. Так. Ну, формировать слова в предложении у меня по-прежнему получается не очень хорошо. Но вот честно. Ой-ё. То есть я впустую сейчас бегал. Ну ладно, бывает. Так, это, я не помню, наверное, это разряженная батарея. Так, тут воды нигде, кажется, не было. Так, кстати, вода у меня все-таки, да, есть немножко. Надо поскорее выбираться. И понемногу, потихоньку... О, восполнять снаряжение. Ну, затраты, конечно, оказались не столь велики.
как мне казалось. Но в любом случае лучше слишком сильно не рисковать. Так, это здесь было? Полагаю, что да. Так, побежали дальше. Не забудь добавить глайдер вместо фонарика. Или еще вместо чего-нибудь. Наверное, вместо ремонтной пушки. Эх, не хочу как-то рисковать. Еще убьется при ударе в воду. Что-то я не помню таких огненных дождей раньше. Ой-ё, ладно, льём. Значит, это... Ладно. Вот он падает мягко. И нам сообщают, что настал вечер. Или даже ночь. Так, стоп, нужен глайдер. На третью. Понеслись. Нет, кажется, мы не двигаемся. Или двигаемся? Нет, вроде не двигаемся. Так, что там требуется для комнаты сканирования, которую я хочу прямо вот под Авророй поставить? Стоп, еще циклоп надо где-то найти. То есть отдельно циклоп. Что-то я не понимаю, ладно. Это позже. С комнаты сканирования. Так, титан, руда, золото. В принципе, все это должно, наверное, быть уже. Главное добраться до нужного места. И что-то мне подсказывает, что как-то затянуто это возвращение будет. Даже несмотря на то, что у меня имеется глайдер. Так. Нет, кристаллов там не требовалось. Что это? А, он может так брать? А я всегда выходил с глайдера. Ну ладно, не всегда. Так, металлолом, инвентарь полон. Ой, да, у меня же еще куча всего в инвентаре. Поскольку я сейчас пробоину заделал, я же могу... Это же металлолом? Да. Я же сейчас могу свободно убрать лишний респиратор из экипировки. Кстати, про лишний респиратор. Я, кажется, не перезарядил баллоны. Да что ж ты будешь делать? Хватит. Все, успокоился. Перезаряжаемся. Хорошо. Как-то быстро вечер прошел. Или я уже отвыкаю от местного ритма? Хорошо, включаем глайдер. Так, выбросить маску. Ну, поскольку заниматься строительством планирую, скорее всего, импульсную или как там, пропульсионную пушку тоже пока выложу. Дабы не занимало место. А непосредственно в комнате сканирования... Под Аврора, если, конечно, все сложится достаточно благоприятно. Устрою все же. Я здесь был, нет? Так, это не сканируется. Это не сканируется, значит был. Так. Что я говорил? А, да, в комнате сканирования устроить своего рода склад под Авророй. Для удобства. С другой стороны, я не уверен, что все нужные ингредиенты может будет поместить в одном помещении. Тем более, которое уже частично будет занято. И да. Разумеется, я сейчас говорю просто, чтобы хоть как-то занять вот это вот переплывание. Впрочем, после косяка с прошлой серии меня посетила мысль о том, что может делать какие-нибудь серии, где будут просто молча плавать. Ну или правильно будет плавать с отключенным микрофоном. Так вот, полностью в комментариях у меня
по какой-то причине не получается воздержаться. Несмотря на тот забавный факт, что сам по себе я не особо люблю говорить. Так, вспоминаем. Титан есть. Это не медь. Как-то нехорошо. А, золото есть. Медь еще одна. 5 титанов. Ну, коралл, я смотрю, только что был. Да. Так, переложим. Чтобы 5 титанов. Зря, наверное, вот это вот притащил. Что же делать? Понахватал все, что угодно. И здесь самое главное, выкинуть не получится. Есть, конечно, вариант. Надеюсь, у меня там еще есть местечко, куда поставить шкаф. Welcome aboard, captain. Хорошо. Опять к изготовителю. Ну это же просто рефлекс какой-то. Так, ну вот здесь стена есть. Мне нужен... Где он? Вот этот вот модуль. И с помощью него... Ядерный реактор. Я знаю, что можно сделать ядерный реактор. Я вот этого не совсем понимаю, как это должно работать. Тоже неизвестные ингредиенты. Странно, ладно. Так, я хотел... Может, действительно кварц прихватить где-нибудь? У меня кварца не завалялось, чтобы сразу большое хранилище соорудить. Так, нет, кварца не вижу. Надо было прихватить кварц, когда я не помню, что делал. Что ж я за... У меня же целая... У меня целая комната сканирования. Сканирует фрагменты и не находит их. Вот, кварц. Ну уж кварц-то он найти может, наверное. Так, надо осмотреться пока что. Все время забываю, что у меня эта комната почти на поверхности находится. Кварц. Единственный минус то, что не отображается, как далеко. Да что ж такое. Этот кварц расположен. С другой стороны, я и так уже получил не слабую поплашку. За счет того, что просто знаю, где примерно кварц. Ну и вообще любой другой ингредиент. Стоп. Мне нужен только один кусочек. Если он будет ближе, тем же мне лучше. С другой стороны, я еще медь могу поискать. Но я планировал пока что шкафчик построить. Да ладно. Забыл. Их аптечку нельзя израсходовать. А то можно воду использовать. Титан тогда уполз. Так, медь, энергоячейка. Ну, для глайдера запасная. Прокуссионный репризер. Ах, надо было его выложить. У меня что, кажется, было место. Так, так, так. Ой-ой. Никак не могу привыкнуть к глайдеру. Не, конечно, привыкаю к нему только вторую серию. Но все равно. Надеюсь, у него есть модификации, чтобы ускорить его немножко. Так, снова смотрим. Кварц, титан. Так. А, нет, наоборот надо делать. Сначала взять репризер, чтобы кислород меньше уходил. Нет. Надеюсь. В случае чего, я всегда знаю, где мне найти этот шлем. Вот оружие бросать пока что неохота. Учитывая, что я уже несколько раз забывал всплывать, кислородные баллоны мне помогают. Так, ну, это, наверное, можно переложить. Что там требуется? Два титана, один кварц у меня есть. Наконец посмотрю, как выглядит это большое хранилище, если оно уместится. Да, в принципе, умещается. Говорится, а почему бы и нет?
объемненько так. Так, сразу лишние батареи выложим. Так, еще пусть будет. Антисептик. Так, зачем-то медь нужно было. А, вспомнил. Я же планировал. Так, аптечки лишние. Одна пусть про запас остается. Огнетушитель. Я пока никуда не лезу, где он нужен, но все равно пусть будет. Хотя... Ладно, чуть-чуть вот так вот облегчим себе задачу поиска ингредиентов. Так, вот этим я уже давно не пользуюсь. Тем более, что за счет кислородного баллона могу позволить себе немножко дольше находиться под поверхностью воды. Так, в остальном вроде бы все более-менее востребованное. Ну и на случай более-менее экстренных ситуаций. Так, вспоминаем. О, еще есть теплая электростанция. Сколько у меня схем, которых я не находил. Это, наверное, информация с Аврора. Дополненная. Жаль, что ингредиенты неизвестны. Так, стоп. На чем ты опять спился? Все правильно. Я хотел найти комнату сканирования. Так, золото. Еще одна медная руда и куча титана. Так, ну, разумеется... Медная руда и титан у нас это известняк. Золото. Есть. Медная руда. Есть. Раз, два, три, четыре, пять. И даже титан есть. Хм. А все получилось гораздо проще, чем я ожидал. Так, пока прекратить сканирование, чтобы у меня ничего лишнего не отображалось. И значит... Так, так, так. Перепроверим. Да, все есть. И мне нужен один кварц. Ну что ж ты будешь делать? Совсем забываю, что напрямую входить в это помещение запрещено. Ну что ж, будем любоваться сигналами от кварца. Ну и разумеется, если вдруг я успею. Хотя, если я правильно понимаю, не особо укладываюсь уже. Я хотел еще фрагменты собрать за счет. Да, сам себя в угол загнал. Ну ладно, хоть серы соберу. Она же есть тут? Да ладно, нет серы? Да что ж тут летает вокруг меня? А, еда. По идее, можно и выращивать. Но пока что... Так, это золото. Песчаник, еще песчаник. Эх, раньше бы он мне так часто попадался просто так. Так, ладно, ладно, про запас расслушаем. Здесь. А здесь. Есть сера. Стоп, что? Странно, мне казалось, я его сканировал. Хорошо. Возвращаюсь к тому, что я планировал. Где тут Аврора теперь у нас? Вот где-то рядом с ней надо поставить... Все что? О, нет. Я опять допустил ту ошибку, да? Да. У меня нет лишнего титана. Эх, ладно. Думаю, сейчас по пути... Ну что-что... А известняк попадется. С другой стороны, я сейчас на повышенной скорости. Да что ж ты будешь делать? Вот и титан. В нужном мне количестве. Продолжаем. Хорошо. Конечно, может, мое предположение о том, что вокруг Авроры множество фрагментов ошибочно. Но в таком случае я хотя бы проверю, сколько ресурсов можно будет вернуть в случае разрушения конструкции. Ну, прям под двигатель, наверное, нырять не стоит.
Хотя место более-менее ровное, насколько могу судить. Хорошо, попробуем здесь поставить. Так, здесь надо будет разместить вход. И с другой стороны. Ага, тут, оказывается, кварт был. Так, вот. И, разумеется, то, о чем я забыл. Она же у меня не автономна. О, еще один кварц и два титана. Думаю, вот здесь где-нибудь быстренько найдем. Минимум кварц я уже нашел. А два титана я только что где-то... А, да. Я ж не могу эти обломки переработать прямо здесь и сейчас. Но я помню, что я где-то здесь постоянно выкидывал титан. Как ненужный ингредиент. Стоп, радиация? Я же задел все. Ну вот. Ладно. Слишком понадеялся. Предмет-то. Аптечка. Норм. Хорошо. Будем знать, что... Радиация никуда не исчезла и будет меня доканывать. Эх, поплыли обратно. Не-не-не-не-не, акула, мне сейчас не до вас. У меня уже глайдер батарея садится. Надо рыбку приготовить. Да и судя по всему, просто была мысль, что... Нет, кажется, все-таки не действует. Была мысль, что пока я, допустим, рассматриваю инвентарь, если плыть на глайдере, то глайдер автоматически позволит продвинуться дальше. То есть можно, как бы сказать, параллельно... А, ну да, ну да, ну да. И плыть... И заниматься какими-то делами. Так, радиация покромсала. Как раз на аптечку. Воду забыл сделать. Эх. Но все же странно, что я вроде как Аврору починил, а радиация все равно такая, что прямо зажигает. В общем, рыбки, я смотрю, там плавают и не жалуются. Так, и что я планировал? Надо что-то изготовить. Ну, да, это поесть и попить это обязательно, конечно. Так, сразу же рыбка, попить. Так, более-менее стабильно. Что мне нужно еще? Эх, и опять я куда-то не туда открутил все это. Так, два титана. Ну-ка, покажись. Да, все здесь есть. Может даже еще что-нибудь прихватить. Но пока что лучше не... Хотя, если я буду придерживаться той же тактики... Впрочем, ресурс я там не особо видел. Где здесь? Опять. Никак не могу научиться ориентироваться. Изготовитель. Еще один титан, еще одно золото, еще один пластинчатый коралл. Надо сразу взять еще один титан, еще одно золото, но пластичный коралл прихватим по пути. О нет, ну вот так вот. Ладно. Что ж ты будешь делать? Ладно, пока сплаваю на базовую станцию сканирования. Она, по крайней мере, в моем представлении
Странно. Стоп. А, вот оно что. Некоторый резерв, она сохраняет энергию. Поэтому мне и казалось, что... Ой-ой. Не, не буду. Мне сейчас надо забирать. Это забагрить. Так, не сюда. Куда я дел? Вот. Это берем, это скидываем. К сожалению, не получилось так, как хотелось. Придется постоянно таскать с собой вот эту вот вещицу. Но в остальном, думаю, сейчас исправим ситуацию. Кстати, по вот этой энергии можно примерно высчитывать, сколько осталось до рассвета. И получается, что не так уж и долго. Но мне опять надо искать. Стоп. Да, вот. Теперь я... С другой стороны, если я вдруг найду... Надо мне для подводного ориентирования более надежно использовать радиомаяк. Что ж ты будешь делать? Это когда нормально ничего не помнишь. У меня еще нет устройства для зарядки. Ну что поделать? Держись, глайдер, держись. Ты мне все еще нужен. Так, глайдер убираем. Где у нас тут? Интересно, здесь панель сработает или нет? Мне нужна солнечная панель. Теплоэлектростанция. Ох, сколько всего тут надо экспериментировать, чтобы потом понять. Ждем рассвета. Мне казалось, что он уже близко. Ладно, проверяем попутно. Все ли ингредиенты достаточны. Так, изготовитель готов. Не принципиально. Где? Emergency power only. Oxygen production offline. Мне это мало сейчас интересует. Вот, изготовитель. О, а вот и энергоснабжение пошло. Power restored. All primary systems online. Хорошо. Так, я так понимаю, пока обесточено. Только что сказать, что все онлайн. И он должен накопить энергию. Welcome aboard, Captain. Так, так, так. Серебряная руда, золото. Ну, это сходится к сканированию. Что он может мне отсканировать? Металл у меня не интересует. Станцвинс. Что? Я был уверен, что... Кстати, что за обломки? Хотя бы обломки взгляну, раз уж такое дело. Иначе совсем уж получается бесполезно. Тратил силы. Ладно, почти бесполезно. Обломок. Что, глайдер? Добьем тебя. А, то есть обломки это вот эти крупные скопления, вокруг которых уже можно искать фрагменты и прочую радость. Не сказал бы, что это прям так помогает. Тем более, что... Нет, это вроде бы какой-то другой обломок. Впрочем, не могу быть уверен до конца. Нужно бы... Не, что-то я тут подозреваю, что уже все обчистил
и без комнаты сканирования. Стоп, а вот это вот ловушка, если я правильно понимаю. По сути, как обычно, кусочек титана. Хорошо. Допустим, это обломок нашли. Ну-ка. Заменить источник питания. Плывем дальше. Стоп, это... Ну, шут, около того обломка... Так, стоп, а вот то, около того я точно не должен был быть. Рыбин. Мне кажется, была аптечка. Не совсем понимаю, сколько она должна останавливать. Так, тут опять ничего нет. Так. Эх, и вот есть подозрение, что все-таки и здесь мне уже доводилось побывать. Стоп, подождите. Кто это? Сканировать нельзя. Это металлолом. Кофейный торговый автомат. Что-то новое хоть нашел. Можно сказать, не просто так плавали. Но в остальном... Да, получается, это весь обломок. Ну так, для порядка сплаваю еще к третьему. Кварц тут появился. Ну это значит в радиус. Здорово, сканер зашел. Шотки, шотки. Да, все это я уже находил и изучал. Сказать, к сожалению, получилась достаточно бесполезная серия. Пицца радиация, оказывается, не полностью пропала, фрагментов кода Авроры почему-то найти не удалось, и к сожалению, пока что на этом все.